Успехов, благополучия. Я относительно недавно перешел в орган исполнительной власти Республики Дагестан. До этого работал на муниципальном уровне в городе Дербенте, заместителем главы города. Полгода работаю и, в общем-то, давно много слышал о вас. Было намерение с вами поближе познакомиться, прийти к вам, выразить свое уважение. Если позволите, в перспективе тоже по сложным вопросам, связанным с земельными правами, с отношениями между людьми вообще, буду приезжать советоваться. Я, правду говоря, от проблем не боюсь. И когда такие сложные вопросы, нет у нас привычки отходить, избегать, слушаться, не слушаться их дело. А нам надо всегда быть на передовой линии, помогать людям в любых ситуациях. Основной принцип, который я для себя, например, определил при назначении на должность, это постараться быть справедливым. Постараться. Вот тогда Аллах помогает. Совершенно. Когда с нашей стороны мы стараемся, это уже достаточно. Аллах помогает. А если человек не старается, не помогает. Мадахамед, как можно у вас не учиться вот такой мудрости? Вы говорите, хотите учиться? Вот именно на ваших посту, на ваших словах, вот буквально за эти 5 минут, которые мы с вами общаемся, вот искренне вам говорю, вот такая нравственность, такая благодать, на самом деле, и аура вокруг вас хорошая. Спасибо вам огромное. Старание – это большое дело.